Всем привет, ребят, с вами... Кул! И сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели эту нарезку, потому что... Что я сделал? Я повторил рекорд, возможно. А может, 16 побед сделал, а может, 18. А может, 20-0 сделал. Короче, узнаете в этой нарезке, приятного просмотра. Один матч был на уровне Кубка Фиферов, по ощущениям. А также я поймал кумира, от которого пандос просто сгорел. Потому что пандос хотел этого кумира, он любит этого кумира, но он... Я его поймал. А пандос не поймал, он меня нахуй послал за это. Так что... Приятного просмотра, не буду споделить, какой герой, ой, какой кумир. Приятного просмотра, не забывайте, что сейчас идет Евро. Именно поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, по ссылке в описании, там много чего интересного. Потому что идет Евро, подписывайтесь на мою телегу, по ссылке в описании. Кто выиграл Евро? Твоя, ладно, поехали. Надо начать прям хорошо. Прям очень жестко. А, поехали. Отлично. Четыре. 1-0. Ебем просто его. Ебем. Баркаля может... В ближку. Михель засейвил. Ну, вы видите, как, насколько я в форме сейчас нахожусь. Поэтому на Кубке Фиферов... Ну, всем пизда будет, я думаю. Всем пизда. Этот Кубок Фиферов, скорее всего, я заберу. За свои слова всегда отвечаю. Поэтому можете, блядь, даже не смотреть Кубок Фиферов. Хуйню какой-то мне забил, блядь. Вот это сейчас хорошо было. Я не стал сразу бить. Подождал. На дриблинге ушел. Не через R1, а просто дриблик. И забил гол. Пизда. Да ну нахуй. Как он чеха так прошил? Бля, ну это пиздец. Ну что это нахуй происходит? Ладно. Отлично, обели. 3-3. Что ты хуйню несешь, долбоеб, блядь. Осуждаю максимально долбоеба. А, я уже забил гол, кстати. Я выигрываю в матче. Надо еще. Понял? Выиграли первый матч. Без шансов. 1-0, начало положено. Если вам нужны игры, подписки, EFC поинцы, монеты на EFC24, на любые платформы, обращайтесь к Дмитрию Ефремову. По ссылке в описании проходите. Если вы скажете, что пришли от меня, получите скидку в 10% на монеты. Надежный продавец монет и игр подписок по ссылке в описании, ребят. Полностью ручаюсь, так как сам у него покупаю. Дмитрий Ефремов. А чё по Дельпьера? Может, попробуем его? 464, нормально. Давайте затестим. Может, реально он мне залетит. Может, лучше, чем Best. Не, если сейчас поиграть в Mortal Kombat, я, мне кажется, половину чата могу разъебать. Короче, блядь, игры раньше реально были топовые. Пизда, хуйню пропустили. Почему у тебя сейчас тон как у клёна? Слушай, ну я играю как клён, тон как у клёна. Я просто становлюсь клёном. Осталось победить Кубок Фиферов, и я точно клён. Блять, на штанги попадаю как пандос пока что. Короче, весело было. Отлично, 1-1 сравняли. Ну, конечно, еще одна игра топа, казаки. Я думаю, казаки тоже все играли, блядь. Это вообще... На нахуй. Сука! Ну, навес охуенный. Давайте попробуем. Отлично! Дель Пьеро оправдывает свой ценник. 2-2 на 84-й. Похоже на Doom, кстати. Пизда. Вот сейчас мне пиздец как повезло. Я думал, все, нахуй. Все, выбиваем нахуй. Это допы. Первый доп из учения. Бонмати. Побежала. Отлично. Рафаэль Ляо! Аку, почему ты стримишь без футболки и что за черные буквы у тебя? Ты долбоёб, блядь. В смысле без футболки? Я в футболке сижу, она просто, ну, желтая, нахуй. Пизда. Просто уебанская игра, где блядь, каждый ёбаный киков это проход за одного игрока. Сейчас мы тебе вот так забьем. Отлично. Что с ебалом, блядь? Что с ебалом? Сделал передачу. А это его ошибка. Пизда. Просто пизда. Ну как же ему везет, блядь? Как же ему везет? Ладно, поехали, пенальти.
Найс. Найс, он заранее прыгает. Блять. Хорошо. Блять, теперь девятку бьет. Он рофлит? Хуй знает. Блять, я же засейвил! Какого хуя? Я просто все удары угадал у него. А я знал, что он по центру встанет. Найс, найс, прочитан, надо забивать. Я не знаю, нахуя он заранее двигается в угол. Я, ну, это самый легкий пенальти, который я пробивал. Дай четыре отдыха, он заебался после смены настройки. Бля, ты ебанат. Я даже не управляю Ван Дайком. Ван Дайк сам идет, сбивает нападающего в своей штрафной. И мне назначается пенальти, после которого гол. Четыре. Отлично. Да, вот это хорошее открывание я увидел. И вовремя передачу отправил в зону. Сейчас. Хорошо, забили гол, блядь. Мне кажется, я понял, как бить с угловых. Но я не раскрою свои фишки. Кстати, 2-0 ведем. Походу, это восьмая победка. Бля, мышцы болят после качалочки. Я прямо чувствую, как у меня, ну, мышцы растут. И прям, знаете, ну, уже ничего не обвисает. Грудь не обвисает. Прям кайфово себя чувствую. Думаю, что скоро качком буду, реально. Блять, что это за хуета, а не гол, блять? Мне забивают просто сегодня полную хуйню. Вот. Пиздец. Провалились в обороне и все. Хорош, Энцо. Вот так вот. Вот так вот делаются. Ставится точка и выигрывается матч именно так, блядь. Профессионалами, такими как я. Похуй, мы просто ударим. Мы просто ударим. Ничего выдумывать не надо. Ну что, есть какие-то вопросы ко мне, к моему скиллу, ребят? Восьмая победка. На нахуй. Вот это красивый гол. Так, ну что, 11-е? Да, это 11-е, парни. Все, играем на 14 побед. 3 игры из скольки? Из 4 надо взять. Шмехель, Данцо, Ханкейп, Хаби Алонсо, Кройф, Далглиш. Отлично, 1-0. Заявочка на 13-ю победу. Найс, закончил с песней. И сейчас мы пропустим сразу, да? Бля, реально, закончил спись, я сразу гол пропустил. Охуеть, как это работает? Хорошо. 2-1. Чего-то переключался на L1, привык. Пиздец. Ну это полное, ну это отскок. Это отскок. О, ну это усталость. Это усталость. Ну что, сейчас исправим ошибку моментально. Вот, я же сказал, блядь, я держу свое слово. Сказал, сделал. Отлично. Дабл урольчики убрали. 4-3, он что, выйдет? Серьезно? Серьезно ты вышел, блядь, спасибо. Охуеть, он просто вышел. Он просто вышел, серьезно? 13-6. Еще одна победка, ребята. Last match на сегодня. Что-то он не скипает состав, походу он не будет отдавать победку. Заряжаю тебя молитвами, силой тебе-то на победу. Соберись и порви его. Элианта, спасибо, но пока рвут меня, блядь. Хорошо! 1-1. Давай, били! На нахуй, девяточка, йоу! Девяточка, йоу! Нет! Нет! Вот сейчас я вывел мяч, блядь. Сука, напряжно. Нет! Сука! Блядь! Я же идеально все перекрывал. О, нихуя себе подарок! На нахуй, дальше открывай свою ближку, блядь. Я не спешу, хорошо. На нахуй, без пасов, без всего, просто ударил, блядь, Килиан Мбаппе. Тихо.
Только не Пенка. Бля, иди нахуй, Антон! Да! Да, сука! Прочитан! Даже вот выигрываю, да, 4-2, но все равно очкую, блядь. Фу! Нормально, нормально! 84-е, блядь! Ну все, он в отчаянии, он в отчаянии. ГГ! ГГ! Кто? Кто, сука, на меня пиздел, блядь? Кто пиздел нахуй? 14 побед! Так, ну что, поехали. Один из четырех. Один из трех. Так, оп, следующий пик. Лапорт. Все равно пиздато. 14 побед — это прям уровень. Это уже не лох. Это не какой-то там, блядь, лох. Это 14 побед. Это пиздатый задрот. Блять, меня уже будут бояться на Кубке FIFA. Меня будут смотреть не как на фришку, да? Как раньше смотрели. Ебать, там акул нахуй. Он играть не умеет, блять. Мы его разъебем. Сейчас меня будут бояться нахуй. Любой соперник, даже Кефир тот же сейчас смотрит трансляцию, да? Кефир, где Кефир? Или Панда, блять? Панда FX нахуй. Сейчас смотрим, у него коленочки дрожат, да? Пандос, блять. Дрожат коленочки, ебать, он еще так волнуется на Кубке Фиферов. Пиздец страшный, пишет Panda FX. Ладно, похуй. Опять. Поехали, батч. Так, пожалуйста, еще и пиздатый пик какой-нибудь. Левандовский. Альварес 600к стоит и динамический. Какой СБЧ? Серьезно? Ну ладно, давайте не Альвареса, блядь. Да просто нахуй нужен мне. Поехали, набор с тремя тотцами. Еще Ариса падает. О нет, это Головин. Головин и Роберто Левандовский. Пиздец, заебали. Бля, ладно, хорошо, давайте откроем. Похуй, открываем. В честь 14 побед. Уговорили, блядь. Уговорили, вы заебали, уговорили, уломали. Поехали, смотрим. Блядь, Италия. Ну нет, сука. А, подождите, второй, может, пиздатый. Второй, Роналдо Зубастик, блядь. Роналдо Зубастик. Роберто Карлос. Роберто Карлос. ЛЗ. Не зря. Не зря открыл, не зря. Достойно. Лайк. Лайк. Хорошо, что я, блядь, никого не послушал. Мне и я всем похуй, блядь, что тебе выпало. Блядь, хорошо, что я никого не слушал, открыл промо-пак. Ой, иди нахуй. А что это? Ой, щит 3ZG упал. Бля, я думал, может, еще что-то будет. А что, иди нахуй, сколько он стоит? Бля, что так мало? 940 тысяч всего. Я расстроился, бля, пиздец. Могли бы и лучших игрока закинуть, что за хуйня? Левандовский сливаем. Синего, говорите, сливать? Синего? Мы что, сливаем Гена Миллера? Как ты так игроков закидываешь? Геймпадом. Ну, я сначала делаю, потом говорю об этом, а не пизжу потом делаю. Я жди Good Max. Бля, осуждаю, мне пизда, он обидится. Поехали, первый пик на кумира. Так, надо лучшего друга поставить. Я думаю, во. Я сам у себя лучший друг, блядь, я думаю. Я сам у себя, блядь. Че, я не могу сам себя поставить? Поехали. Роналдо Зубастик. Как раз к этому. К Роберто Карлосу. Кто же там, блядь? Енотик и отбор — это ЦЗшник. ЦЗшник. 93-й. А, Фердинанд, блядь. Он у нас есть. Ладно, он уже устарел. ЦПшник. Швайнштайгер. Блять. И два перка. Нападающий какой-то. Центр форвард Кантона. Не, Рауль. Блять, одни и те же падают. Заебали. Возьмем Рауля. Здесь еще не соскупился. Здесь еще не соскупился. И надеюсь, вот вы смотрите, какой он довольный, блять. Давай, пусть голубые глаза шефа, пусть принесут, блять, голубую карту. Пожалуйста, голубая карта. Голубая карта. Голубая карта. Ну, типа, 90 какой там рейтинг. О, нет, это уже хуёво, это пауэршотом плюс магнит, ФРВ 92, Ван Де Вен, Ван Нестерой. Следующий. О, три перка. О, это пиздатый игрок, это пиздатый игрок. Смотрите, подкрутка, головой и это нападающий, это пиздатый нападающий. Да, 90.
96! Может, это, может, Зубастик? Я не помню. Не, навряд ли это Зубастик. Это Зидан. Это Зидан. Или кто это, блядь? Шукер? Блядь, Шукер. Сахар? Блядь, кто это, нахуй? Ладно, похуй, разберемся, может, что-то стоит. Немножко расстроился. Здесь вообще перков нет. Лол, здесь перков нет. А чех. Понятно. Блять, сколько сахар стоит? Блять, хуйта, 100 тысяч! Ну нахуй я так переживал, блять, 100 тысяч игрок. Да. Реально, посмотрите, 100к стоит. Поехали. О! Криштиану! Не. Или хуйта. А, Бруно Фернандеш! Бруно Фернандеш! А, блять, и... Модрич! Ай, манам-манам. Ну, слушай, неплохо в таком паке, блядь. Он ничего не стоит, наверное, да? Да, он нихуя не стоит. Фодор. Скажи еще раз манам-манам, плюс. Значит, и клоун, блядь, чтобы по твою дудку говорить то, что ты хочешь. Манам-манам-мам. Тут-тут-тут-тут. Мана-на-на. Правда, нахуй это делаю, пиздец. Вот я клоун. Я реально клоун, блядь. Я что, я акул, блядь? Я не... Я же не акул, да? 92 плюс 2 сборки лета. О, опять кто-то пиздатый. Германия, вратарь, Терштегин и кто-то еще. Терштегин и кто-то еще. И это? Это кумир! Кумир, нет? А, Руй Кошта. Ну, пойдет. Здесь вообще не ебу, что может выпасть. Я не знаю, говорят... Типа пиздатая промо новая, что тут новый пик. Крысева, крысева, блядь, дай мне что-нибудь пиздатое. О, нихуя, три перка. Но это герой, походу. В нападении. 94, а, 94 ЦП. Манам-манам? А, Маккенни. Ну это хуйня. Дальше. О, ну здесь у всех по три перка, походу, будет. Какой-то защитник. А, нет, цопник. Ну почти. И это Азил? А, Узган, блядь. Кто? Не знаю таких. И третий нападающий. И это... Антонио. Да. Я его хоть одного угадал, блядь. Ну, бля, Азил, блядь. Ну, я увидел оба, думаю, блядь, Азил. Откуда я знаю, что там в этом промо? Маккенни. Да! Кто, сука, на меня говорил неправду? Конечно же, все хейтеры. Даже ты. Конкретно ты не верил в меня, что я снова сделал 14 побед. Это уже как обыденность, даже скучно говорить про это. Постоянно, я уже, блядь, устал. 14 побед, 14 побед, да, 14 побед. Поймали Роберто Карлоса. Кумир опять в основу за миллион монет. Это круто. Типа в июле игрока за лям из нового промо поймали. Топчик, топчик. Подписывайтесь на мой Twitch канал по ссылке в описании. Приходите. Здесь всегда приятная атмосфера. Я добрый, никого не баню. И, в принципе, в чате все адекватные. Поэтому приходи, будем тебя ждать. Конкретно тебя будем ждать, ведь ты тоже классный чувак. Приходи на Twitch канал, возможно, прямо сейчас. Когда ты смотришь этот ролик, я уже стримлю. Так что заходи. По ссылке в описании.